Смотрите на него. Спичка нам. Геймер, только честно, тебя жаба на руках носил? Долбоёб, блядь. Всё, смотри, скрип. Азам, открывай стрим, смотри. Алло. Че, ребят, давайте разминусь. Там голос чекать надо. Ты вебку закрыл мою. Че, ребят, пишите, какой пароль сделать. Ты красавчик, спасибо. Мирон Хоп. Ребят, какой сделать парольчик? Я запускаю, ребят. Вы такие большие молодцы. Я выпустил, кстати, новый видосик. Что за малышка? Ютуберов, наконец-то. Я вчера всю ночь... Посмотри на его лицо. Я вижу. Там, братишка, почти 90 рублей, ты кто был? Почему, да? Я еще там песни пел, блядь. Я еще прическу посмотрел. А в каком месте? Ты крутой, стрит-сталкер, ты был самый. Да, листа там увидишь песни, где в серединке. Смотри, слышишь, ему сталкер какой-то пишет, и мат, ты крутой. Он говорит, сталкер, ты такой пиздатый, то все. А ты сейчас сталкер зайдет, он его нахуй пошлет. Офигеть, подписались быстро, ребят, уже 40. Вы что Не бойся просмотры, пацаны, тысячи были. Пацаны, как жалко то, что я удалял свои стримы, которые были по танкам и так далее. Я клянусь, все удалил, потому что у меня, как тебе сказать, у меня такой депрессия была, творческий кризис. Из-за этого я удалял, короче, раньше все стримы удалял. Жалко то, что удалил. У меня были стримы, когда меня чел зарейдил, у меня 50 онлайна было. Я вот примерно так был. Спасибо. Вот такой был. Но у меня вебки не было. Можно аптечку дать? Ватчику даем. Знаешь, как трудно было? Видосик твой выбирать. В этом угар был. Слышишь, как он разговаривает? Видосики самые пиздатые. Вырезать моменты, приколы. Ну там, слушай, дай минус, типа, на своем канале модером. Я забанил какой-то баран. Арменса на его канале почти столько тысяч подписчиков. Я тупо тупил. Понимаешь? Тупил. Не готово, спасибо. Не офигели. Еще пишите. Че, я свое мясо? Вообще офигел. А нет, сейчас я позову. Алло. Уже 290 лайков, ребят, все, следующий турик играем. Чего вы игнорите? Спасибо за подписку, пацаны. Ух, хорош, все, 16 тысяч подписчиков. Иди, здорово. 16 тысяч жди, я сегодня... Комментарий. Ебать там комментарий. Отвечаю. На мой комментарий смотрите. Ты нет, тоже писал? Это не мой комментарий. Да, максимально 9 тысяч просмотров, актив 0. Да ты на тебя посмотри. Статья тоже есть, и все будет, отвечаю. Где ты тут пел, бля? В середине это. Ебать, у меня просмотры были раньше, больше, чем сейчас. Я тебя кикну все равно. Геймер, то геймер. Да, ребят, вы реально... Потому что ты с телефона вот как еблан был. Ебать, я агро вообще. О, смотри, 3 года назад стрим. Блять, подожди. Я прошу тебя, успокойся. Я прошу тебя, успокойся. 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 Майнкрафт, блядь. Привет, ребят, вы на канале Геймер. Я сейчас думал, это будет стрим не по Free Fire, а по Майнкрафту. Мы дождались. А чё, он пиарит, что ли, Майн? Нет, это... Ах ты, питар. Что? Все балабашены с хейдой. Бля, мы знали, что ты предатель. Там баб... Ой, блядь. Мы знали, что ты предатель. Мы знали, что ты предатель. Так я с пабга пришел. Серьезно, что ли? Нет, я, ну, у меня телефон не тянул, короче. Емать, смотрите. Емать, грани графика была. Охренеть. Ебать, это блядь. Ебать, это Free Fire, я олд игры, а вы, это мой аккаунт. Посмотрите, пацаны, охренеть, как было. Пацаны, тут бегают, смотрите. Ебать. Я вам отвечаю. У меня ник везунчик был. Не, я вам честно скажу, хоть игра такая дерьмовая была, но все равно интересно было раньше играть. Ну потому что многие боты были, не знали чё, как. Да я очень играл, когда эти боты, короче, в куста валялись. Ебать, Павлик, смотри, все одинаковые одежды. Ну-ка, подожди-ка, сейчас. Чё, им спалим у него? Какие поиски он дал? Итоги... Русской революции. Блять! Чем-то. Что это за хуйня? Что знаете, России Первой мировой войне. Что вы сейчас? Че это, блять? Гол к Азаму! Гол Азаму! Блять, хайпажор! Гол Азаму! Посмотри на него! У него в Т9 сохранёнка, гол Азаму! Ебать, хайпажор, гол к Азаму! Гол к Азаму! Он, походу, на стриме у себя байтил своих ребят, чтобы они ко мне заходили и говорили гол. Тогда сколько было, типа, онлайна? 25 тысяч подписчиков у него было, я вот. У меня человек 200 было. У тебя 200 онлайна, что ли, было, геймер? Да, посмотри просмотры. 1200 лайков. Не ври, у тебя было 1200. А вот у вас. 1200 лайков, у меня было...
У меня, смотри, я ПК клиент дали мне 200 онлайн было. Нет, было 25. Я у Азама в чате пиарился. Да-да-да, он у меня пиарился часто. У меня сколько было онлайна тогда? У меня где-то 500-600 было, да? Да-да, у тебя 500-700 было. Я помню, знаете что, он уехал в командировку, приехал, у него 1500 стало. А помнишь, я, да, с командировку пришел. А ты сколько? А, с того момента, что ли, Азама используешь? Да-да. Еще, я даже не знал, кто он, я его уже использовал. Бля, я вах. Бля, пацаны, чекайте. 17 место, говно. 300 с чем-то тысяч подписчиков, короче. Где обнова? А смотри, еще сейчас покажу. Это ерунда, это сейчас еще покажу. Сейчас. А! Сейчас смотри. Лима эту. А, 746 дизлайков у тебя. Лима, у тебя дизлайков был. Помнишь это, смотри, это помните? Когда Пауэр ко мне зашел. Первый раз. Лима, у меня дизов там было, реально, блин, охренеть. Смотри, смотри на это. 200 подписчиков, 200к. Ты мешок говна, пидор, бизон, понял? Понял? Что? 200 тысяч, ебать. Ебать, 700 дизов было! Не, спас... Ема, прикинь, у меня 300 тысяч подписчиков было. А на лайки смотри. Где? Ебать, посмотри, 15 тысяч онлайна! Посмотри, ебать, я на хайпе был. Где? Это же, когда обнова была. Это когда обнова была. Да, да. Не, раньше типа обнова у меня тоже. А я помню, 43 тысячи лайков. Я помню, я сам бунт поднимал, когда вот. А это когда бунт, помните, мы бунт подняли и все мне начали спамить там типа Артём. И у тебя тогда было 300 тысяч всего. Я, да, помнишь, я с Зигулиной поругался тоже. Да, да, я сказал, типа, что модератором было. Каракули, что ли, когда были? Прикиньте, пожалуйста, нет. Я тогда даже с Зигулиной поругался, вебку беру, вот. Я с Зигулиной даже тогда поругался, друзья мои. Бля, кто прикиньте, такая? У меня 300 тысяч подписчиков было, а онлайн 15к. Прикинь. А кто такая Зигулина? Тоже модератор, что-то такое было. Тоже она этот. Она родила, кстати. Уже? О, поздравляю. Да. Кого мужчина? Нафиг его знаю. Салам алейкум. Сегодня в институте ответишь, брат. Постараемся. Не, сегодня нет. Блин, прикиньте, пацаны. 48 тысяч лайков. Ебать, это я как сейчас помню, я. Блин. А хрен, у тебя столько дизлайков, сколько у нас. Покоряем YouTube. 19. Геймером. Лайков. Смотрите, этот, 19-й год. Покоряем YouTube, пишу, бля. По факту же покорял. 400 подписчиков. Ну да. Блин, 19, прикинь, 400 тысяч. Кто за то сейчас их добил? Лакол же сейчас смотри... нет. А что, смотрите, короче, 12 минут, короче, лайв разносим стрим снайперов, короче, 600 тысяч. Ты знаешь, я за полгода сколько подписчиков добил? Чтоб ты понимал, у меня почти каждый день, 3-4 раза я попадал в тренды, каждый день. Стримы особенно. Не, ты знаешь, сколько я, короче, добил подписчиков за полгода? А. 5000. Нормально, успех. Вот лям, бля, лям, пацаны. 7 сентября 2020 года, лям. О, я помню, кстати, это как ты лимон ел. Он скоро второй будет, тебе еще осталось ничего. 80 тысяч. Кстати, да, два бля, лимона есть будет. Посмотри на это. Глобальная обнова будет ли Бермуда 2.0. 459 тысяч просмотров за 2 часа. Это стрим был? Стрим был. Я ровно 2 часа стримил. 500 000 просмотров за 2 часа. Охренеть, 69 тысяч лайков. Посмотрите на этот результат. Это, кстати, год назад было. Почти год назад. Вот год назад игра хайповала вообще люто, на самом деле. Почти, не, не год назад, 2 года назад, брат. Почти, или год, как, сколько получается? А, уже 22-й год сейчас. Да, 22-й, 2 года назад. Прикиньте, пацаны, вы представляете чат? Вы представляете? Нет, 69 тысяч нет, лайков. Не год, не год. Чуть больше года, не 2 года. 7 декабря вот этого года только будет 2 года. Я у тебя столько просмотров, столько онлайнов никогда я было. Да, да, да. И знаешь, что самое интересное? Ема, ты лошок. И знаешь, что самое интересное? Прикинь, если бы я вот так на Твиче был бы, у меня сейчас, бля, 200-300 тысяч там на онлайна было бы, если я на Твиче так хайповал бы. И смотри, что самое интересное, у меня 459 тысяч просмотров, то спустя где-то полдня я захожу, там уже было 210-200. Просто 200к у меня просто убирает. Там же монетизация. Зачем? Монетизация, чтобы больше не пришло. Просто YouTube убирает. Чё ты?
Когда я тебе говорил год, полтора года назад. На вот, вот тогда надо было, когда я вот у меня миллион еще не было, тогда надо было и разве смотри на это? Артем Конопкина. На это лайка смотри, да. Как будто, блядь, с дома выгнали, блядь. Кого? Ебать, я чисто реально шпала. Эй, я, короче, заканчиваю. Спать хочу. Давай. We'll be right back.